5, 4, 3, 2, 1, 0. Тайм. Подходим дальше. Выходите, если есть килограмм, готовится Светлов Александр. На 265 Соловьев, на 258, на 252,5 Мережка. Готовится Цветков. Вес готов. Цветков Александр. Мастер 50-54. Это 90 килограммов. Внимание, тренеров и спортсменов, не забываем заказывать вторые подходы. 1 минута на это дается, не забываем. Вот! Гуглив, вес взят. Узнай держанку 235 килограммов. Готовится Соловьев Евгений на 258, на 252 поле Мережка. Вес установлен, выживается. Соловьев Евгений, вес установлен 235. Вес вес готовится. Осипов Мережка. Остал. Устройство танка 250 килограммов, готовится Осипов Дмитрий, затем Мережка, Микао, Миронов. Let's go, let's go, let's go. Темпы, мальчики. Вес готов? Называется Осипов Дмитрий. Россия. Приготовься на 252. Мережка, Микао на 275, на 275 Миронов. Мережка Татьяна, Санкт-Петербург. И с вами категория 82,5 килограмма. Готовится Микао Мирона Чикунда. Давай!
Азербайджан.
Вони в п'язді. От мене страхував такий парень, я би був завжди спокійний. 300, готується к ній. Есть готов, называется Киреев Алексей, Московская область. На 315 готовится на спину, на 360 Старовский. Так, кто страховать будет? Ну, даже не надо писать. Киреев Алексей, Московская область, Россия. Подлив, 2-2 к этому защита. Высоит до шанса 315. Готовится на спину Игорь. На 360 Стародубский. На 200 Дружинин. Есть готов. Называется на спинах Игорь Калмыкия. Приготовиться Стародубскому и Дружинину. Страховать. Двухметрового парня такого, килограмм на 150. Итак, вес 360 килограммов готовится для Сергея Стародубского. Итак, вес готов. Стародубский Сергей Стародуб. Готовится к дружине с Светков Соловьев. Бублы! Нельзя! Установить на зонку вес 200 килограммов.